Продолжаем знакомиться с бессмертным полком СТЗ ФМБ России. Ярков Владимир Антонович. Рассказ внука. Внука. Ярков Богдан Владимирович. Значит, Ярков Владимир Антонович родился 17 мая 1924 года в городе Харциск Донецкой области. Его отец был репрессирован в 1938 году, в 1958 году был реабилитирован. Значит, призван в армию Ярков Владимир Антонович был в июне 1942 году. Участвовал в боях с немецкими захватчиками, а в 1945 году с японскими милитаристами. В Маньчжурии. Значит, дальше он служил в Дальневосточном, на Дальневосточном фронте. Значит, участвовал в подавлении венгерского мятежа в 1956 году и участвовал в подавлении мятежа в Чехословакии в 1968 году. Дальше служил в группе советских войск Германии до 1968 года. Далее в Житомире закончил службу в звании полковника. Умер 20 марта 2003 года. Доклад окончен. Ярков Владимир Антонович.